Ну что, сегодня воскресенье, 7:30 утра, надо пойти поиграть в футбол. Чтобы пойти поиграть в футбол, надо найти кеды. Сейчас мы кеды оденем и поедем на стадион. Ну что, взял велосипед, переобулся. Едем на футбольчик поиграем. Утренняя воскресная утро. Хорошо, солнышко. Прохладно. Сейчас пока все соберутся, должны 8 утра собираться, но не факт. 8:20, если начнем играть в футбол, то это хорошо. Сейчас приедем на стадион, пока никого нету. Разомнусь чуть-чуть, на брусья схожу, на турничок. Не знаю, как вам, но мне по утрам вставать в воскресенье очень тяжело, если неделя активная, рабочая. Хочется поспать, выходной день. А тут надо в футбол поиграть. Короче, тяжко. Вот это наш стадион. Футбольные поля. И тут будем за решеткой играть в футбол на минке. На брусья чуть-чуть поджимаемся, на брусьях, может, и на турничке чуть-чуть. Замечательно, да? Утро, никого нет, воскресенье, большинство людей воскресенье спит. Вот так вот, сейчас чуть поподтягиваемся. Вот так разминочка проходит футбол. Это Жеки. Здравствуйте. А Тимофей сейчас решетку откроет.